Зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 2 сентября 2017 года. Построили мы теплицу. Арочная, да? Теплица арочная, шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у нас установлены разрезные двери-форточки. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Сверху приварен усилитель. Также установлена система подвески под две нитки на каждую сторону. Сама конструкция стоит у нас на брусе 150 на 150. Брус пропитан антисептиком. Также установлены диагональки у косины. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, усиленный. Помимо новой теплицы, установленной у клиента, также мы тут нашли старую 12-метровую теплицу. Каркас у теплицы также сделан из металла и из трубы 20 на 20. Немножко уже подржавело, теплицы примерно 4-5 лет. Клиент говорит, что менялись листы поликарбоната. Вот мы сейчас видим, что 4 листа похуже, 2 листа выглядят получше. Вся ситуация в том интересная, что 2 листа, которые получше, это родные листы, которые шли в комплекте с теплицей. 4 это свежие листы. Почему-то они за 1,5 года пришли в негодность. Возможно, клиент будет обращаться о замене листов на этой теплице. Ну так, ничего, теплица стоит. Как сказал хозяин, главное, чтобы помидоры росли. На эстетику ему, видимо, наплевать. Да, помидоры растут. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.